Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный и красивый рис. На оливковом масле обжариваем репчатый лук мелко порезанный и рубленый чеснок. Добавляем болгарский перец порезанный. Немного протушили зажарку и добавляем рис. Соль. Куркума. Перемешиваем. Добавляем воду. Накрываем крышкой и оставляем до готовности риса. Рис готов. Сверху можно посыпать зеленью. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Заходите к нам еще. Пока-пока.